Всем привет, ребята! И сегодня мы проводим максимально странный эксперимент. Эта штука, вот как она выглядит, когда выходишь, типа должна накрутить подписчиков. Я создала специальный профиль, на котором я ничего не буду снимать. У меня тут уже было 785 подписчиков, сейчас 786. И через 24 часа у меня типа должно быть дохрена подписчиков. Через 24 часа я выложу проду, стало ли у меня дохера подписчиков. Зачем я создала фейковый профиль? Не, ну а мало ли, типа, этот аккаунт я потом просру и с ним что-нибудь случится. Поэтому я создал фиговый фейковый профиль. И если у меня получится тут набрать 1000 подписчиков, то я наконец-то смогу вести для вас стримы в ТикТоке. Еще раз повторюсь, что это не мой настоящий аккаунт, это фейк. Вон тут вот я просто какие-то видео полайкала. Ну вот, и надеюсь, что меня ТикТок после этого не забанит, и что приложение не отберет у меня аккаунт. Поэтому еще раз повторюсь, через 24 часа ждите проду, сработало ли это. Вот тут типа таймер, через сколько у меня должно стать дохрена подписчиков. Страшно, но проверим.